Сегодня будем с вами смотреть клавиатуру механическую от Corsair K63, и она у нас беспроводная. Поехали! Вот таким образом выглядит моя K95 Platinum, и, соответственно, здесь у меня подключена мышка, и вот он, провод идет к компьютеру. Ну, а здесь мы, соответственно, получаем клавиатуру, которая у нас подключается по беспроводной технологии, и, короче, 25 часов в режиме подсветки она сможет проработать. Ее нужно будет подзаряжать. Здесь встроенный аккумулятор есть. Стоит такая клавиатура 8000 рублей. Ну и, конечно, главная фишка у нее, что здесь нету цифрового блока, и она беспроводная. И она украсит, ну, реально, любое игровое место, потому что здесь нету проводов. Все, положил ее посерединке, аккуратненько, красиво. В комплекте вот она, этот радиопереходничок. Ну и плюс, клавиатура еще умеет работать по Bluetooth. То есть она у нас либо через этот передатчик 2,4 ГГц, здесь у нас задержка 1 миллисекунда, либо все-таки по Bluetooth можно связывать. Ну, получается, с любым ноутбуком. Реально, из-за того, что отсутствует цифровой блок, смотрите, она вообще прям миниатюрная. Вот моя рука, очень маленькая. И плюс есть еще подставка под запястье, полностью пластмассовая, и одевается вот здесь вот. Хоп. Не, ну, конечно, подставка это на любителя, но я постоянно пользуюсь такими подставочками. Подсветка здесь только синего цвета. И даже, смотрите, когда клавиатура не светится, у нее прям синяя подложка есть. Ну, настало время установить. Давайте попробуем подключить к компьютеру. На задней стороне находим клавишу включения и разъем microUSB. Ну, это для проводного подсоединения к компьютеру, потому что провод идет в комплекте. Через провод аккумулятор подзаряжается, и, соответственно, можно вообще всегда ее, конечно, по проводу использовать. Находим клавишу включения, включаем, и вуаля, магия происходит. Синяя подсветка, она перед вами, довольно-таки яркая, даже очень яркая, из-за того, что синяя подложка. Ну, прям выглядит все очень круто. Здесь у нас регулировка подсветки по 3 ступеням. Без подсветки проработает 75 часов. С подсветкой, ну, максимально где-то 25 часов. По крайней мере, на сайте заявлено. Есть клавиша, которая включает клавишу Windows. Здесь мультимедиа клавиша увеличения и уменьшения громкости, выключения звука. И здесь вперед-назад, перемотка и стоп. Ну, здесь белыми светодиодами отображается работа клавиатуры и беспроводной сети. Вот, смотрите, все очень миниатюрно. И главное, беспроводная. Для какого-нибудь супер-мега-сетапа прям подойдет. Ну, просто, конечно, круче намного смотрится, когда у тебя здесь проводов вообще нету. А если еще и беспроводная мышка, так вообще будет класс. У меня, кстати, проводная, тоже Corsair'ом пользуюсь. О, смотрите, вообще, красотень. Ну, правда, надо будет подзаряжать. Красота требует жертв. Переключатели здесь Cherry MX. Она механическая, я бы не сказал, что она прям такая громкая. Среднячок. Ну а на нижней части, конечно, есть ножки, чтобы ее поставить. Спасибо, что досмотрели. Ссылка на такую клавиатуру будет на официальный сайт в описании. Ставьте лайки, комментируйте и ждите новых роликов. Не забывайте подписаться. С вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребята.